Компания Toyota начала продажи на российском рынке внедорожников очень разбензиновым двигателем. Теперь наряду с турбодизелем покупатели могут выбрать и бензиновый мотор рабочим объемом 2,7 литра. На выбор доступны как механическая, так и автоматическая коробки передач. Четырехцилиндровый бензиновый двигатель развивает мощность 166 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент достигает 245 ньютон-метров. Экономичный двигатель оснащен системой изменения фаз газораспределения, индивидуальными катушками зажигания и интеллектуальным управлением дроссельной заслонкой. Важными конкурентными преимуществами агрегата являются неприхотливость, возможность использования бензина марки АИ-92 и низкая ставка транспортного налога. Напомним, премьера Toyota Fortuner в России состоялась в октябре 2017 года. Машина дебютировала со 177-сильным турбодизелем и шестиступенчатой коробкой автомата.